We've been waiting, anticipating, change coming our way. You're my baby, through the bad nights to the brighter days. I know that something good is waiting just around the corner. There's a new day dawning, there's a new life for us. Got to keep on holding on for just a little longer. I know that it's gonna be blue skies for you and I. We'll step out of the shadows and walk into the light. Yeah, it's gonna be blue skies. Доказывать, правильно? Работа идет, как бы. Герман, можешь что хочешь говорить, он босс, понимаешь? А я буду доказывать боссу, что я лучше. Ой, давай еще раз, еще раз! Как выигран, Антон делает сильную передачу на своего тезку, на кленок. Уходит на замахе от вратаря, удар в ближний угол, 1-0! Ну и празднование в стиле Криро от клена, забившего свой первый мяч в этом сезоне. Клен, клен! В итоге делает длинную передачу на другой фланг, на котором мог бы случиться обрез, но мяч чудом дошел до клена, и тот выводит Ставра практически один на один. Костя решает не сближаться с вратарем, удар, вратарь спасает. Потому что мы начали сверхуверенно с мячом Ставра, ставит корпус, разворачивается, возвращает мяч клену. Тот устремляется к воротам, и все, никто не встречает, никто не мешает. Клен не жадничает, выкатывает передачу на 11 метров, там чужой, и это 3-0. Мячом видит открывание Блатова длинным пасом. Наш маэстро выводит на очередное рандеву Витюшу против Феди. Вновь заканчивается это тем, что Блатов обыгрывает Маслова. Берет, обыгрывает соперника, передача в разрез на клёна, тот вновь катит и на этот раз на ударной позиции Финита, который подключился к атаке, в общем, 5-0, ну, просто вот как в учебнике. Пытается наградить его передачей, чтобы он почувствовал мяч, и, в общем-то, клён не просто его почувствовал. Какую банку положил? Какую банку положил? Клен чувствовал свою игру. Была большая вероятность того, что именно он отдаст голевую передачу в этом моменте. Однако у Ставра не получилось правильно обработать мяч. Минут атака, которую начал Финн, заканчивает именно он. Именно клен. Я думал, я не готов, я две недели не играл в футбол. Задыхаешь, ну, блядь.
Потому что защитники выпускают набегавшего игрока, и тот в первый раз выходит один на один с Женей. Почему я сказал в первый раз? Ну, потому что это не единственный момент, где у этого чувака была дуэль против нашего Жени Спиряков. Да-да. Я же говорил, выход один в один, и Женя снова побеждает. Получился просто чудовищный отрезок, состоявший из провалов в середине, который расхлебывать пришлось Женьке. Он там и в кроссбар через все поле успел сыграть. И даже вытащить очередной выход один на один. Спиряков был просто каким-то чудом на воротах, он спасал раз за разом, и как иначе объяснить это, я просто не знаю.